есть маленький вот такой вот заездик. Да? Правильно же? Здесь перекресток еще. Нет, начнем трогать. Знаешь, да? Здесь сейчас разметки нет. Ну, поделим ее вот так вот, да? Приблизительно. Вот так. Улица Тельмана. Ты снимаешь, да, Марат? Угу. Улица Тельмана. Улица Фахриддина. Они говорят на экзамене развернуться до перекрестка. Машинка, учебка где-то здесь в этот момент двигается. Правильно? Разворот до перекрестка. Перекресток — это вот это место. Мы нарисуем здесь какой-нибудь, ну ладно, пускай здесь будет светофор. Здесь где-то стоп-линия. Светофор. Неважно. Учебка едет здесь. Инспектор говорит, развернитесь до перекрестка. На перекрестке. Вот это место перекрестком не считается. Оно не обозначено никакими знаками и так далее и тому подобное. Хорошо, берем это место как перекресток. То есть, если мы, двигаясь на учебке, считаем, что это условно перекресток. Условно. Если это место является перекрестком, делим визуально дорогу, да, на 4 полосы, вот так как-то, да, правильно же? Да? Правильно? Соответственно, занимаем с поворотником левым крайне левое положение, да? Начинаем разворачиваться, упираемся сюда в бордюр. Если это условно, мы взяли, что это перекресток, то получается, мы включаем задний ход. На перекрестке это делать нельзя. Условно. Это условно перекресток. Как быть в данной ситуации? То есть, как разворачиваться на таких узких местах? Может быть, летом и поместится машина, но сейчас здесь как-то вот так лежит снег. И здесь лежит снег. Что делаем? Подъезжаем сюда, включаем, как обычно, левый поворотник. Ну, перестраиваемся, если надо. Дальше. Нужно понять такое понятие, что такое пересечение проезжих частей. Если это условно, опять, перекресток, то пересечение проезжих частей — это вот это место. Вот это. Это и есть пересечение. В правилах сказано, что на пересечении можно как угодно делать, да, согласно пункту правил 8.6, главное на выезде с пересечения не оказаться на полосе встречного движения. Итак, как сделать здесь разворот? Вы подъезжаете, занимая крайнее левое положение, левым поворотником, на этом пересечении берете правее. То есть амплитуда вашего движения должна быть вот такая. Согласно правилам, так делать можно. То есть вы подъезжаете с левым поворотником, берете, ну, смотрите, соответственно, вот на этот поток, берете, делаете амплитудку и уезжаете. Понятно? Следующий момент. Не, пока не выключай, подожди. Как сделать, к примеру, разворот на перекрестке Т-образном, чтобы было видно сразу? То есть, согласно пункту правил 8.5, вы занимаете крайнее левое положение, но на пересечении главное не оказаться на стороне встречного движения. Согласно 8.6, делайте поворот. Как сделать, например, такой разворот, если вам досталось вот такое место? Ну, тоже, пускай будет узкий перекресток, да, такой вот. И вот так вот по одной полосе в каждую сторону. И здесь. Вы едете где-то вот тут. Здорово. Где-то вот тут, и вам говорят, на перекрестке развернитесь. Что мы тут делать должны? Занимаем, как обычно, крайнее левое положение. И если это перекресток, то есть нарисуйте там светофор, там горит зеленый. Мы сделаем обычный поворот налево плюс разворот. Мы упремся куда-нибудь либо сюда в угол. Как делать здесь? Вспоминаем, что такое пересечение проезжих частей. Это вот это место. Сам перекресток, если что, от стоп-линий считается. Там диванных аналитиков. Что делаем здесь? Вот у нас крайне левое положение. Выкатываем машину правее на пересечение. Но сзади опытный водитель может подумать, блин, у него горит левый поворотник, а он уезжает куда-то направо. Что он там творит и делает? Но это опытный водитель. Они думают так. Они не понимают, что иногда с левым поворотником можно уезжать правее. Делаем амплитуду и уезжаем. Главное в этом месте смотреть на действие в левом зеркале вот на этот автомобиль. Что он творит? То есть я выкатился, не сразу получается вот так развернулся, а взял амплитуду и развернулся. Вот оно пересечение. На пересечении никаких встречных потоков при горящем вам зеленом быть не может. Так делать можно.
разворачиваемся и уезжаем.